Мы находимся в Туле, где сегодня проходит турнир М1 Челлендж 44. Рядом со мной Константин Глухов. Константин, вот бой так начался, такая тактика соперника, такие действия. Какие мысли были в первый момент, как увидел? Не, ну мысли я понял, потому что я знал, что он вольный борец, вольной борьбы. Конечно, но я просто честно достал, и потом ползать все три раунда, избегать работы, когда всем зрителям нравится, когда жесткая работа. Ну, я считаю, что я все правильно сделал, тем более там тот удар, за который последовала дисквалификация, он уже вставал, то есть трех точек уже не было. Выходи, дерись, ну что, тем более по реакции зрителей видно, что я был прав. Я считаю, я выиграл бой, потому что он реально избегал боя. Мои действия дальше? Будешь подавать апелляцию или какие? Я думаю, что обязательно. Я считаю, что решение, что я проиграл дисквалификацию, это неправильно. No contest – хорошо. То есть как бы нет решения, матч-реванш – замечательно. Но это не мой проигрыш, это он проиграл, он избегал боя, он ползал. Теперь какие планы дальше? Остается не так много времени до конца года. Будут ли у тебя еще бои? Ну вот, просто я не хотел говорить, я этот бой выступал с травмой, у меня травма ребра получил на тренировке, поэтому я и в партере просто лежал и держал его, как бы не давая себе делать. Если, по идее, у меня через неделю уже бой в Риге с голландцем. Если травма не будет беспокоить, я с удовольствием подерусь, потому что там как раз в Риге правила у нас как прайд был. То есть можно бить лежачего ногами, коленями. То есть как раз я потренировался, сейчас можем поработать. Это будет трансляция? Болельщики смогут увидеть? Ну, я думаю, к сожалению, нет. Наверное, потом только в Ютубе будет увидеть. Потому что у нас это такой местный турнирчик в Риге. Но опять же, если травма не будет беспокоить, потому что, ну, я хорошо размялся, ничего не дав ему сделать. Ну. У тебя продолжает расти армия болельщиков. У нас уже в социальных сетях происходит сбор вопросов для тебя. И вот пожалуйста. Инна Попова задает вопрос: какой бой был самым сложным физически и морально? Ну, у меня несколько таких боев. Один из, конечно, тяжелейших, это был с Кенни Гарнером. Потому что он действительно очень высокого уровня боец. Как в стойке жестко бьет, так и в партере сбивает, контролирует. Очень опасный. Он и тяжелее меня был на 12 килограммов, поэтому очень опасно. Также тяжелый бой был с поляком Михал Кита такой, я выиграл его технический нокаут, тоже тяжелый бой. Еще были тоже тяжелые бои, уже просто сейчас не помню, но не один такой бой. Ну вот с Гарнером, наверное, так как он и в рейтинге хорошо стоял, и стоит, вернее, и поэтому... Ну, я думаю, впереди будут еще интересные бои, тяжелые. Сегодня публика действительно очень тепло за тебя болела. Несколько слов, может, болельщикам по окончании этого боя. Да, хочу выразить сразу благодарность, что меня очень поддерживают. В России, в любой город, куда приезжаю, где выступаю, очень тепло поддерживают, болеют за меня. Я чувствую прямо, не знаю, ну, нравится им, наверное, тем более русский боец, все. Переживают, болеют, поэтому большую хочу выразить благодарность, спасибо сказать. Ну вот, я думаю, по реакции болельщиков было понятно, что им понравилось. Хоть пусть это такой не очень зрелищный был бой, но концовка всем понравилась.